После скромного празднования цветного дня рождения сошли в церковь. Здесь как раз по счастливому случаю стоят оригинальные статуи серебра святого Акулина, мученика, великого мученика, и Марии. Пойдем. А разве это реально сюда заходить? Что-то я не думал, что здесь открыто вообще. Пьяный, что ли? Нет. Ну, посмотри на него. Может быть, мы можем посмотреть? По идее, вообще, я эрсамаль за их съедить, а у меня это вихаут. Да, но двери они зашли с главного входа, который вообще никогда не открывают. Ну, значит, открыто оно. Хорошо, попробуем. Двери храма должны быть открыты, но они зашли вообще как варвары. Прямо открыли дверь. Мы видим, что такие глаза, конечно. Так мы на них так же смотрели, как на инопланетян. Подожди, пойдем же почитаем молитву. А, теперь послушай, они разговаривают в полный голос тут. То есть культура ноль. Вошли как вас. Смотри, ржут, блин, чистый курорт. Смотри, о, постукивание по этому чисто. То есть они зашли сюда просто поразвлекаться на затмение. Вообще, я просто в шоке. Если он думает, он ходит на тренировку и качается немножко, это ему поможет. Бог простит. Зашли, поржали, постучали и вышли. И это еще и немцы, местные люди. Так что же они хотят вообще? Их мир разрушат здесь. Здесь уже будет ислам. И очень быстро. Не успею это глянуть. Кстати, умеют вот эти все ценности. Ценить свои да. Ценности. Спасибо тебе, Господи, за то, что ты мне дал свету. Маму моих детей. Мою богиню. Сегодня у нее день рождения. Всего лишь... 25. 25 лет назад ты дал ей жизнь. Вот, через 25 лет я имею честь поздравить мою молодую жену, невесту, любимую девушку, девочку, Светлану Стамбульскую. Взяли вина натурального производства здесь, ну, на линии Майна, то есть
здесь, в принципе, это все считается, знаете, как примайнье. То есть примайнье, да, вот эти все места, местности, они производят какие-то продукты, например, там сельскохозяйственные, вино. И вот вчера, сегодня, например, вот весь фест, были пиводелы, виноделы, крестьяне. В общем, они производят вино, и мы купили сегодня такое вино натурального производства. Одну бутылочку. Сколько она стоила? Один. Ну, покидаем этот храм. А Марию я не заснял. То есть, там была статуя святого Акулина. И вот статуя Марии. То есть это не всегда здесь такое, что они здесь стоят в оригинале. Обычно стоят здесь просто картинки. Вместо них с изображением. В данный момент мы можем наслаждаться оригиналом. Всего лишь 6 минут 36 секунд идет это видео, пока мы находимся в храме. Окажется, мы уже здесь полчаса или час пробыли. Не так часто бывает время зайти, наведаться к Богу в храм. И вот эту одну минутку выбрать, чтобы прочесть молитву «Отче наш». Выбрать раз в недельку зайти. Скинуть все отрицательные эмоции. Очиститься от всего, чтобы дальше идти. Надеемся через неделю быть здесь. Будьте здоровы. Слава Богу. Славьте Бога, чтобы был мир во всем мире. С такими мыслями выходим из храма в мир. Картину житейскую, да? В этот шум. Где он случился? Да, наверное. Надо было под краном войти, под руку. Можешь снимать? Я тоже все руки занято. Вот. Хочешь покурить? Угу. Давай остановимся тогда. Главное, чтобы был мир на земле. Так мы погуляли. Люди человечные. Помолились. Как же хорошо все-таки, что можно сделать этот шаг, потом еще, еще. Да. Точно. Можно наслаждаться теплом друг друга. То, что мы рядом. Моей золотой Светланы сегодня. Не сегодня, но сегодня мы как бы уединились и празднуем день рождения. Просто гуляем по городу. Много даже не ходим по заведениям. Так пиво попили, картошечки поели, перекусили. Просто общаемся. Как будто можно быть так всегда. На самом деле это всего лишь короткое время, раз в неделю можно там побыть вместе. А так все работа, работа, спать, работа. Да. Надо возобновить уже хобби. Тренировки. Да, хобби. Вот музыка, да. Музыка. Сейчас поедем. Вот. Мне нравится эта мысль, что сейчас мы уже приедем. Я уже довольствуюсь заранее тем предвкушением, что мы сейчас сыграем что-нибудь. Споем. Что там с нашим китайским магазином? Или он туда? Он уже закрылся, наверное. Там стояли люди вроде. Да? Пойдем посмотрим. Может, там что-то есть? Ты смотри, что я снимаю. Себя. Наверное, себя снимай и переворачивай вот так вот. И снимай просто лицевую.
Видишь, они уже закрылись. Они, да, они работают до трех только, а уже четвертый час. Вот китайские вот эти казеры или кто это, ну, они прям стоят 69-59. Ну, это, наверное, вот из той работы, которая до культурной революции, у них же была вот эта вот революция, они сжигали все темное. Ну, верно, да. Аппенлор. Это что за керамика какая-то крутая, 49 евро. Где ты видишь? Ну, вот это я... Не, мне вот это нравится вообще, дракон. Mm-hmm. Вот это чисто Китай, да. Потом... Ну, у нас вот такой термос был красный, такой большой, который разбился. Ваза, вот это чем... О, вот, кстати, термос, вот это да, вот это стоило бы купить и даже пользоваться. Ну, в следующий раз пойдем, спросим, там просто можно колба. Это у нас чай. Да, там колба просто, она, это, знаешь, бьющаяся из-за этого. Да. Стеклянная она. Джоник мог бы носить. Такие тарелочки. Вот это вот хотел, шкатулочку тоже. Картина вот эта за 80 лет. Картина это вообще, да. Ух ты, блин, какая картина. Мы тогда с тобой видели ее. Мне вот это нравится. Мне вот это нравится. Там именно что вручную, ручная какая-то работа, и они сделали ее в рамку. То есть это, наверное, ожерелье на шею, ну как на шею, я не знаю, да. Сверху на какой-то костюм. Да. И костюм. Лошадь за 29 евро всего лишь. Посмотри, какая. Да, обалдеть. Это вот платок тоже лежит. Класс. Ну ладно. Пойдем, а это что за машинки тут? Наверное, ну, такой нельзя по велосипедной дорожке спокойно поесть. Ну, это не как. Шедер, шедер, это с обувью связано. С обувью связано, да. Ну, ортопеды, а вот это что? Это тоже шедер, да? Инвалидный? Ну, конечно. Я думаю, все люди изобрели бы уже вот такого хрена, чтобы все люди могли на велосипедной дорожке, там, как 25-ка ездить, знаешь, такие маленькие, модные такие автомобильчики крутые. Почему они не сделают с такими борзым видом? Презентация, наверное, всех, видишь, для инвалидов. Да, и могли бы их продавать, и были бы такие, покупали бы люди такие с моторчиком там или еще что-то, да? Да. Почему бы и нет? Презентация у них, видишь. Да, это презентация этих машин. Да, да. Вот видишь. С ногами, правда. Ой, вот это вот вообще не люблю этот магазин. Вот этот магазин не нравится. Это же новые кроссовки, новые. Да не новые они. Не новые. Слышишь, говорю в экран. Не новые. Там куча обуви, такие старые вот эти ботинки, что носили, Баффало. Да. Они действительно поношены. На твою зажигалку. Ну вот уже 13 минут. Ну, это вместе с церковью. А здесь китайский массаж или азиатский? Кольца. Очень дорогие. Это Кристин, что? Кристам находится. Это откуда? Я даже не могу сказать. О, вот тоже переехали. Больше ничего не хочешь? Больше ничего не хочешь? Давай.
так вот лягушки-путешественницы. Хорошо же. Гуляют. Снимают храмы в центре Люсбурга. Вот этот парень напоминает 90-х годах, когда все... Помнишь, if you really want to love me... Ты... Голубец, нет, он такой голубец был. Ну да, ну же не видишь, как он идет. Сережка, ухи. Ну, он делается, наверное, под 90-х. Наша молодость. Я тоже думаю, что он наверняка нормальный, но... Ну не знаю, может быть, сейчас голубые не так одевают. А куда он зашел? Крутой какой-то молодежный магазин. Я просто хочу поснимать вот этот граффити. Что? Вот это? На граффити на обложке здесь классный. Вон полицай там написано. Еще что-то. Классные граффити. Тут с режима видео не сфотографируешь. Надо мне скачивать какой-то видео автору. Чтобы нормально ставить на паузу или фотографировать. Да, это тут именно все под 90 здесь. Нет, так это секонд хенд, иди сюда. Тут пахнет прямо им. Поэтому здесь такое все. Не, мне просто интересно, какие тут вещи и все. Они действительно... Здесь 15 евро. Что я за эти штаны 15 евро отдам, но мне надо? Не, ну, вот, например, хотел ты себе всегда себе такую тенниску, вот такую вот. Я всегда хотел. Не, ну просто что оно все уже. Все. Оно уже все. Здесь, конечно, они симпатичные, такие как 90. Ну да, вот эти вот мяты. Ну да, это вообще, короче, да, улет. Это вообще улет, конечно. Мне вот это нравится. Был бы море этот размер, да. Просто оно здесь все воняет с секонд-хендом. О, ребят, вот это я понимаю тему. О, вот это наше. Может, они продают у них? Нет. Или может тут? Уже кто-то, короче, жаловался, что громко пацаны играли тут. Ай-яй-яй. Halb. 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 Hal